Гатагове и ЦСКА 84. Вот, ну счет. Опасный нас... выход. 3 в 3 здесь был. Да-да, у нас устает немного аппаратура, но что, все люди, как говорится, и на самом-то деле... Да, на хромакей у нас бегает красивая девушка с плашками этого самого таймера, бегает быстро, поэтому никак не можем ее уловить. В рамках удар, какой издали, боже, да что же вы делаете, нельзя так подставлять сильно комментаторов. Удар издали, очень неплохой гол, Аслан Гатагов 2-0, я, честно говоря, не ожидал, что вообще такое возможно. Но очень, очень неплохо сыграно. Не успел я даже уследить толком за развитием этого эпизода.